В Чебоксарах остро стоит вопрос оказания медицинской помощи горожанам, которые проживают в центральной части. Раньше обслуживание вели две поликлиники центральной городской больницы, но в 2011 году одна из них была закрыта. Вторая же с потоком посетителей справляется с трудом. Здание поликлиники номер 2 по проспекту Ленина, 12, было построено еще в 1956 году. За 50 с лишним лет оно выработало свой ресурс и перестало отвечать санитарно-гигиеническим нормам. В связи с этим было принято решение о закрытии поликлиники и последующей реконструкции. Что сделано на сегодня? Во-первых, эскизным проектом по поликлинике номер 2 предусмотрено то, что здание на проспекте Ленина 12 будет расположено амбулаторно-поликлиническое учреждение для оказания медицинской помощи взрослому населению и женская консультация. Также предусмотрено то, что уже на сегодня разработана проектно-сметная документация. Работы по проектно-сметной документации завершены по разработке в декабре еще 2014 года. И в настоящее время указанная документация находится в Минстрое на экспертизе. Ориентировочная стоимость проекта – 900 миллионов рублей, которые будут выделены из федерального и республиканского бюджетов. Следом за поликлиникой возвратят к жизни и соседнее здание бывшего второго роддома, где расположится консультационный центр и детское отделение. Пока в качестве временной меры в помещении городской стоматологии по проспекту Ленина, 16, выделят место для одного участка амбулаторно-поликлинического приема. Это немного упростит посещение врача ветеранам и маломобильным жителям. Свою работу кабинет начнет в начале мая. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.